Друзья, всем салют, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль, а это персидский кавер, познакомьтесь, он создает уют, это его работа, а наша с вами работа делать музыку, и сегодня я вас научу играть песню группы «Добро поцелуй». Но прежде чем мы приступим к разбору, ребята, хочу вас призвать посмотреть мой новый клип на песню «Белый танец». И нас с тобой закружит этот белый танец, назло всем тем, кто от нас не отстанет. Это первый клип после моего приезда с армии. Целый год ничего такого не выпускал. И ищите мой клип в описании, а также в подсказках. Посмотрите, трек можете скачать ВКонтакте, в iTunes или в Яндекс.Музыке. Короче, везде. Поддержите мое творчество, а я начинаю разбор. Поехали. Разбираем песню «Добро поцелуй». Тональность песни си минор, БМ, второй лад, нижняя посадка. Вот таким образом берется аккорд. Второй аккорд Д. Третий аккорд F, D, S, M. И четвертый аккорд E. Простые аккорды покажу в конце видео. Первый куплет я играю при помощи перебора четверка. То есть дергаю басовую струну. Третью, первую, вторую, третью. Еще раз. Потом ниже стоящий бас, кстати. Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я видел твои взгляды, твои глаза горели. Я уже теряю под ногами почву. Короче, ребята, здесь куплет поется довольно просто, но низко. Кому-то будет низко, поэтому повышайте, если что, тональность. Рассмотрим мелодию, которая поется в голосе. Берем пятую струну на пятом ладу. Еще нам пригодится седьмой лад пятой струны. Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Продолжаем, еще ниже спускаемся. Сначала сыграли пятый лад и седьмой, потом четвертый и пятый, а сейчас второй. Я видел твои взгляды, твои глаза горели. То есть второй лад пятой струны, открытая пятая и четвертый лад пятый. Продолжаем. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Все на пятой струне, то есть пятый лад, четвертый лад, второй лад и открытая пятая. Начинается припев. Ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй, твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. То есть на аккорде Е допели куплет. Делаем на блокированных струнах вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд БМ. Начинаем играть уже боем восьмерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд Д. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. F, D, S, M. Все, уже можно петь. Сейчас покажу. Нота Си, открытая вторая. Второй лад и третий лад. Поцелуй, твой французский. Потом играем первый лад, второй лад. Третьей струны. Снова первый лад. И четвертый лад, четвертой струны. Валит с ног, словно выстрел. То есть первый лад, четвертый. Вторая струна, открытая. Еще раз. Второй лад и первый лад третьей струны. Спустились. Еще раз целиком полностью. Поцелуй, твой французский валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты
шла по-английски. Все отлично, начинается второй куплет. Его я играю перебором другим. Дергаем пятую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую, четвертую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. А почему именно такие переборы, если в оригинале их нет? То есть в моем кавере они есть, и мне кажется, наиболее подходящими переборами являются эти самые переборы. По сути, в оригинале играется постоянно бой, потому что там есть множество различных способов, как можно развить трек. То есть игра боем в оригинальном треке — это всего лишь затишье, а у нас, чтобы сделать затишье, надо играть перебор или просто ямы и проводки. А бой для нас это самое максимальное звучание на гитаре по громкости и по динамике. Вот, поэтому мы оставляем бой чисто на припев. А в куплетах играем переборы. То есть на следующих аккордах у нас, допустим, на D нету нижестоящего баса, поэтому два раза играем четвертую. Аккорд F, диез минор. Е тоже шестой. Вот, пробуем спеть. Я напишу тебе песню, спою под гитару. Ты же знаешь, я здесь и всегда буду рядом. Остальное не важно, остальное пустое. Все мечты запускаем в это небо ночное. Может, это дежавю, может быть, я просто сплю. Растворяются в тумане все мои слова люблю. Но отмотав время назад, я бы снова сделал этот шаг. В общем, таким образом идет куплет, и третий четверостиши играется по-другому в этом месте. Твоя навсегда слишком быстро закончилась. То есть делаем щелчки. Твоя навсегда слишком быстро закончилась, будто целый мир вдруг настроили против нас. Кажется, теперь между нами стоит стена. Кто я без тебя? Кто же я без тебя? Простые проводки вниз, щелчок, пауза, щелчок, Д, щелчок, пауза, щелчок. То есть никаких проблем в подборе боев у вас не должно быть под песни. Потому что это делается очень легко. Не обязательно играть стандартные бои, которые есть. Вы можете свой придумывать. Два раза вообще можно бить спокойно, если даже тяжело. То есть можно петь. Я напишу тебе песню, спою под гитару. Ты же знаешь, я здесь и всегда буду рядом. Остальное не важно, остальное пустое. Все мечты запускаем в это небо ночное. Если захотеть, можно играть любым боем. Все получится, главное сидеть. Есть более сложные песни, есть моменты, когда мы сами тормозим или психуем. Надо просто включить мозги, расслабиться и импровизировать. Если не получается сложный бой, можно придумать свой, полегче, облегченный. То есть даже одна проводка вниз, это уже чего стоит. Просто сконцентрируйтесь на вокале и пойте. После этого идет припев, и за ним идет третий куплет, довольно коротенький такой. Тебя не забыть мне, сколько бы я ни пытался не разбить то, что давно уже на части это пламя погасло. Сорваны маски, но по-другому лишь в сказках. Тут тоже интересный бой. Играем приемом palm mute, то есть ребро правой руки ставим на нижний порожек. Берем аккорд BM и бьем по басовым струнам, начиная от пятой. То есть вниз, 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 постоянно. И добавляем удар. Вот таким образом. Скоро выйдет мой новый курс, в котором я подробно покажу абсолютно все существующие бои на гитаре, поэтому, чтобы не упустить, подписывайся на канал. Это будет революционный курс просто на свете. Рокерский бой. Бас, бас, вниз. То есть мы приподнимаем руку и делаем удар по нижним струнам. То есть мы и проезжаемся быстренько, и в то же время блокируем. И это одновременно происходит. Вот такое вот движение должно быть. То есть бас, бас, вниз. Бас, 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 бас,
бас, бас, бас, бас, вниз, бас, бас, бас. Бас, 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 вниз, бас, бас, бас. Аккорд Д по четвертой бьем, по сути. На басу играем на четвертой, а бьем по всем. Аккорд Е в диез минор. Аккорд Е. Вот и все. Мелодия меняется опять-таки в голосе. Тебя не забыть мне, сколько бы я ни пытался не разбить то, что давно уже на части. Это пламя погасло, сорваны маски, но по-другому лишь в сказках. И начинается последний припев с затишья, то есть тихонько играете. Тем же самым боем. Ушла по-английски поцелуй, твой французский валит с ног, словно выстрел, и где твои чувства, ты ушла. Бой! Ребята, мы с вами это сделали, мы разучили данную песню. Я безумно рад делиться с вами всеми знаниями, которые у меня есть. Поэтому в описании под видео я даже сделал для вас два своих самоучителя. Один гитарный, другой вокальный. То есть весь свой опыт и все свои знания оформил два видеокурса. Я их нарабатывал годами, а вы возьмете и изучите их за несколько присестов. Это безумно круто в современном мире. Можно и нужно черпать чужую информацию, чужой опыт и становиться лучше. Ребята, напомню, что у меня за последнее время вышло после армии сразу два авторских трека под названием «Белый танец», на который вышел и клип, и трек «Love». Очень хочу, чтобы вы послушали, поэтому в описании оставлю все ссылочки. Дальше сейчас я занимаюсь записью трека «Качели», мой авторский трек, который написал в армии, и он будет просто-просто разрывным. Я над ним долго работаю вместе с Делюсом из Шейх Продакшн. До скорых встреч, всем пока!